Мур, привет, друг, это Зверько. И немного про режим зеркала. Эй, Керан! Эй, вон отсюда, это мой дом! Господи, что случилось, Брайан? Кто это сделал? Это все ты? Ах ты, сукин сын! А раз уж такая зашла речь про баги, вот еще проверил парочку. Помогал мне сегодня офф-модер Кенга Йоло. Для начала. Ранее можно было использовать время неуязвимости пассивки Наны для использования прибытия. Теперь нельзя. А еще я слышал, что можно возродиться полностью с помощью ульты Фарамиса, также используя пассивку Наны. Сначала простая очередность. Перед смертью у Наны активируется пассивка. Ульта же Фарамиса не срабатывает. После последующего урона Нана возрождается под ультой. Но по прошествию тайминга все-таки отъезжает. Что ж, давай поймаем момент наоборот. Сначала воскреснуть от ульты, а потом спастись пассивкой. Что же видим? Отображается енот сработавшей пассивки, но Нана погибает полностью. Хотя у союзника я отображаюсь живым. Вот скрин. Возможно, я что-то делаю не так. Пиши в комментарии, если знаешь правильный вариант воскрешения. А теперь Лолита. Рабочий на данный момент баг. Можно атаковать из-за работающего щита второго навыка. Как это сделать? Сразу после активации щита прожимаешь возвращение и тут же смещаешься, чтобы его отменить. Теперь ты можешь спокойно атаковать противника и ловить выстрелы, пока работает щит. И даже без отмены нанести сильный удар. А для этого жмешь первый навык, щит, возврат, автоатаку. Думаю, даже такая мелочь лолитамейнерам будет полезна. А этим багом со мной поделился Федя. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись видео с друзьями и ставь лапку. Удачи, друг!